Ролик создан при поддержке сайта androidapplications.ru. Это бесплатный каталог приложений и модов, обзоры актуальных новинок и лучших Android-приложений, инструкции, помощь и советы по вашему смартфону. Ссылки в описании. Жми лайк топу, набираем 1000 лайков и сразу выпускаем новый. Давайте побыстрее поднажмем. Привет, интернет, с вами Илья, это Игра День, и сегодня решил сделать подборку отличных шутеров на Android и iOS девайсы. Я подобрал разные шутеры, при этом именно те, о которых мало кто знает. То есть это не знаменитые AAA игрушки, но при этом тоже вполне себе добротные проекты. Я думаю, что каждый из вас откроет новую для себя игрушку, так что заваривайте чай, там кофе, запаситесь печеньками и давайте смотреть топ. Поехали! Ну и начнем мы с игрушки, очень похожей на Fortnite. Я думаю, она отлично подойдет именно тем, у кого обычная Fortnite не работает, и называется эта игра Giant EO. Это многопользовательский шутер в жанре королевская битва с такой мультяшной графикой. Выбирайте одного из нескольких десятков уникальных героев и отправляйтесь на огромный остров, чтобы сразиться со случайными игроками в реальном времени. Выпрыгивайте из самолета и используйте парашют, зонт и прочие средства. Мы должны успешно приземлиться на остров, найти лут и идти гасить врагов. Быстро и ловко перемещайтесь по мультяшному миру, находите оружие, боеприпасы, аптечку, а также другие полезные предметы. Infinity Ops Online FPS – добротный многопользовательский командный шутер с видом от первого лица. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где люди давно покинули Землю и теперь сражаются за космос, его ресурсы и возможность править всеми живыми существами. Вы, естественно, сможете выбрать одну из сторон конфликта и попытаться завоевать часть богатств, соревнуясь с другими игроками в реальном времени. Бои протекают в формате команды на команду, где победитель определяется в течение определенного времени, то есть мы должны набрать как можно больше очков и победить команду соперника. Идем далее, и следующая игра — это Death City, зомби-шутер от третьего лица, где вам предстоит сражаться с ходячими мертвецами, передвигаясь по улицам полуразрушенного города. Попробуйте себя в роли одного из выживших, кто смог уцелеть и не заразиться страшным вирусом. Берите в руки пистолеты, автоматы, дробовики, запасайтесь аптечками и гранатами, которые помогут вам выжить в этой суматохе. Передвигаемся по улицам, выполняем задания, находим и спасаем людей, сражаемся с самыми опасными зомби и крупными монстрами. Мы должны заработать деньги, потратить их уже на новое оружие и будем еще сильнее. Снайпер 3D – качественный 3D-тир, в котором вам придется вживиться в повседневные будни наемного убийцы. Управление в этой игре осуществляется при помощи акселерометра, и вас будет ждать много заказов. В зависимости от того, какое задание вам дадут, вам будут даны привычные данные цели. Это может быть как фотография, так и описание одежды. За каждое убийство вы будете получать на свой счет деньги и различные дивиденды в виде кристаллов. Также за каждую попытку игры у вас будет уменьшаться игровая энергия, но это дело можно будет купить. Ну и последний на сегодня — это игрушка Armored Squad. Это красочный механизированный экшен с возможностью онлайн PvP сражений. Главный акцент в этой игре сделан именно на онлайн сражениях, используя классические режимы, такие как PvP бои, захват флага, дезматч и прочее. Однако разработчики решили добавить и возможность игры без наличия сети, реализовав более 50 офлайн миссий. Так, ну что, ребята, на этом наш небольшой топ подходит к концу, и такую пятерку игрушек я вам предлагаю на эти выходные. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, и тогда вы всегда будете в теме всех игровых новинок. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и увидимся в новых видео. До скорых встреч и пока.